Доброе утро, Жако. Ты почему такой мрачный? Да потому что вы долго спите. Идет дождь. А в воскресенье всегда так. Ну, не преувеличивай. Ты пил молоко? А тут еще этот Филипп. А что Филипп? Да вредничает, вот что. Но все-таки Жако. Не хочет брать меня на футбол. Доброе утро. Жутко опаздываю. Дашь мне денег? А молоко? Мама! Возьми Жако с собой. Мама, опять это несправедливо. Не знаю, возможно. Но, мой милый, ведь ты старше Жако. Будь умницей, доставь удовольствие брату. А кто-нибудь думает о моих удовольствиях? Да ты сам. Вы что-то сказали? Ты только о своих удовольствиях и думаешь. Ну и правильно поступаю. Жизнь коротка, молодой человек. Ну что, расселся? Пошли быстро. О, Жако, подожди, ты надел наизнанку свитер. Сойдет, жизнь коротка, мама. Привет. Привет. К обеду быть дома. О, да, вы только... Только не хлопайте дверью. Выспался? Я мог бы спать весь день. Может, перепил вчера? Перепил, переел, переработал. Все вместе. Хочешь кофе? Жанна. Моя Жанна. У тебя грудь, как у юной девушки. Да неужели? Ты совсем не меняешься. Рунешка, уже полно седых волос, видишь? Нет. Нет, все-таки она странная. Так он. А Катрин? Опять дверь нараспашку. Ничего не поняла. Дверь какая? Да в ванную. Я думал, не занята. Спокойно захожу, а она там плещется. Вот была бы это ты. Катрин все еще не работает? Не она одна, мой дорогой. Найти работу не так просто. Насколько я знаю нашу дочь, она и не очень-то старается. Целые дни возлежит на диване и читает, видите ли, черт знает что. Книги, милый. Что? Книги читает, всякие новинки. Разве это плохо? Но меня раздражает, что она ничего не делает. А что ей делать? Ты сам часто ворчишь. И по поводу безработицы, и незаконных увольнений, а Катрин обвиняешь. Она-то при чем? Ну, хорошо. Да, кстати, насчет увольнений. А что? Опять двоих рассчитали, Роже и Виктора. Это были самые опытные мастера, самые лучшие. Скоро некому будет работать. А вдруг... Они меня никогда не вышибут за дверь. Уж скорее взлетит на воздух наш трест. Хорошо, что ты оптимист. Но помнишь, как тогда было? Ты тоже хорохорился. Нет причин волноваться, Жанна. Нет причин. Что бы сделать на обед? Цыпленка? Может, ростбиф для разнообразия? О, прекрасная мысль. Хочешь, пойдем вечером в кино? Почему бы и нет? Я пока немного пройдусь. Ага. К обеду придешь? Приду, разумеется. Ты ведь убьешь, если опоздаю. А почему ты спросила? Да просто так. Может, с тобой пойти? Нет, нет, погуляй. Ну, до встречи. Чао. Для бульона лучше всего взять этот кусочек. Прошу вас, мадам.
Сейчас спросим. Слушаю вас. Нам нужно что-нибудь для жаркого. Может быть, постной свинины или телятины. Вот, пожалуйста, посмотрите. Удачи, пожалуйста. Да, и, по-моему, благодарим. Что случилось? Мужчине стало плохо. Пустите, пустите. Жерар! Что с ним? Что с ним такое? Жерар, наверное, обморок. Все, я тоже поеду мадам в клинику. Ой. Мадам, позвольте. Но это мой муж. Вы мешаете. Жерар! Жерар! Я открою. Жеко. Бедные вы мои. А вы помните, как умер муж Симоны? Тоже внезапно. Элизабет, я помогу. Подъехал в перерыв к дому, поставил машину и раз вдруг умер. Упал на руль. Все кончено. И ведь никто не обратил на это внимания. Ни прохожие, ни... Ну, очевидно, они думали, что он спит. Симона ждала, ждала. Уже поздно вечером позвонила в полицию. А нашли его только под утро. И главное, он никогда в жизни ничем не болел. И Жерар был крепким парнем. Чаще всего от инфаркта умирают молодые цветущие люди. Это давно известно. Жерару повезло. Я имею в виду то, что он не очень страдал. Бедная Жанна. Что с ней теперь будет? Мое милое государство, оно всегда помогает в дом, особенно когда есть дети. Но мужа-то государство ей не вернет. Случись такое на работе, Жанна получила бы страховку.
Да, откровенно говоря, день для смерти был выбран не самый удачный. Счастье, что у нее есть дети. Где моя зажигалка? А, вот. Придется похоронами заняться. Мы не можем допустить, чтобы Жанна все делала сама. Она в таком состоянии. Может быть, как раз хлопоты немного развлекут ее. Не такое уж это веселенькое занятие. Перестань придираться к словам. Ты же понял, что я хотела сказать. Жерар застраховал свою жизнь. Ты не в курсе? Это неплохие деньги. Не смеши нас. Наверняка нет. Это совсем не в его духе. Мой брат был славный малый, но предусмотрительностью не отличался. А как же они быть с такой квартирой? Чтобы оплачивать ее, нужны немалые деньги. Значит, подыщет что-нибудь скромнее. Видно, конечно, не стоит, но что-то же нужно делать. Придется так перестраиваться. Выпроводи их, мама. Я понимаю твои чувства, но они пришли помочь вам. Пусть уйдут. Тебе хотелось бы побыть одной. Успеешь еще. Я не могу их видеть. Не могу. Если я правильно поняла, на младших детей Жако и Филиппа мне полагается ежемесячно по 250 франк. Итого 500. А поскольку мой муж был единственным кормильцем, сумма будет увеличена на каждого до 300. На Катрин ничего. Она взрослая. Раз ей 18, она уже не сирота. Это по закону. А по-моему, сирота. Она на моем иждивении, пока не работает. Так? Ах, больше. 350. Если бы муж знал, что проработав 25 лет безотказно, он оставит мне такую пенсию, он бы пожил еще. По меньшей мере, лет 20. Невыгодно умирать молодым. Наверное, Жерар этого не знал. Похоже, я вас шокирую, извините. Это так, чисто нервное. Да-да, я знаю. Мне полагается единовременное пособие. Я его получила. Благодарю вас. Но половины уже нет. Она ушла на похороны. А как мне быть дальше? Только одна квартира чего стоит? У меня все-таки трое детей. Их нужно кормить иногда. Да, до замужества модельером, но в первый же год у нас родилась Катрин. А работу свою я ужасно любила. Я была очень способной. Но теперь совсем другая школа. Все уже изменилось. Не унывать, значит. Ты не спишь? Как видишь. Думаешь, кофе поможет? А тебе-то что? Иди спать. Я хочу с тобой поговорить. Ну, так говори. Мама. Я решила уйти. Вон что. Ты выбрала удачный момент. Ну да. У тебя будет одним ртом меньше. И разве тебя упрекала?
Нет, не упрекала. Ты вообще не говоришь. Ни со мной, ни с Жако, ни с Филиппом. Как будто нас нет. Прости, я этого не замечала. Куда ты уйдешь? К Сьюзи. Она сняла квартиру, предложила мне пока пожить у нее. Что значит пока? Пока не найду какую-нибудь работу. Это будет не скоро. Ты умеешь здорово подбодрить, мама. Благодарю. Не стоит благодарности, пожалуйста. У меня этой бодрости сейчас навалом. Могу поделиться и с тобой, и с другими. Куда ни придешь, только и слышно. Не унывайте, бодритесь. Так и хочется врезать за это. Легко говорить, бодритесь. А кто меня научит, как это сделать? Мама, кто? Ну... Что, мама? Ты уже не ребенок и по закону даже не сирота. Может быть, ты права, что уходишь. Наверное, права. Но мне будет не доставать тебя. Ты так любила. Кого? Папу. Ты его любила? Любила ли я его? Я сама себя без конца об этом спрашиваю. Ты можешь меня упрекнуть, что я слишком поздно задаю себе такой вопрос. Но я как-то раньше не задумывалась. Я говорила, я люблю мужа, люблю своих детей. Как говорят, люблю мороженое, люблю ананасы. Любовь. Я познакомилась с твоим отцом где-то на вечеринке. Мы танцевали. Все чему-то смеялись. На другой день он позвонил. Мы стали встречаться. Наверное, это была банальная история. Но нам так не казалось. Потом мы поженились, началась жизнь. Мы никогда не расставались. Он всегда был со мной. Всегда рядом. Я к нему привыкла. Я его знала. Понимала. Ни с кем мне не было так хорошо, так спокойно, как с ним. Любовь ли это была? Во всяком случае, с той минуты, как Жерар умер, я чувствую, что мир опустел. А, это ты, Андрей? Не помешал? Нет, немного удивил. Входи. А я проходил мимо и подумал, ну что, если зайти и поцеловать свою самую любимую невестку? У тебя их что, много? Нет, ты одна, но все равно самая любимая. Чем ты занимаешься? Так, минеральная уборка. А, как твои дела? Спасибо, плохо. Не беспокойся, я просто так. Все в порядке, все хорошо. Я уж испугался. Извини. Итак, ты проходил мимо, и вдруг тебя осенило зайти и поцеловать свою единственную и все-таки самую любимую невестку. Что дальше? Ты обижен? Почему? За что? Ну, я прекрасно понимаю. Я должен был зайти раньше. Я собирался, но все откладывал на завтра. Ну, сама понимаешь, Моник, дети, работа. Жанна, скажи мне, ты сегодня днем свободна? Сегодня? Совершенно свободна. Перед тобой женщина, которая с некоторых пор всегда свободна. Абсолютно.
Сейчас, минутку. Налей мне еще немного вина. Допили. На аппетит по-прежнему не жалуешься? Нет. Тем более, что тут все так вкусно. А ты почему не даешь? Напрасно. Ты просто очаровательна. Я всегда тобой тайком любовался. Почему тайком? Ну, ты тогда была женой моего брата. А теперь я не его жена. Ты неправильно меня поняла. Так объясни. В общем, я хотел бы тебе помочь. Насколько я помню, ты сказал, что ничем помочь не можешь, так? Нет, ты просто не поняла. О, снова. Никак не можем найти общий язык. Ты заметил? Я говорил, что все это не очень просто. Это же я не на производстве работаю, а в торговле. Мы же не шьем, у нас готовые платья. Мне теперь выбирать не приходится. Главное, скорее начать зарабатывать на жизнь. Я обещаю тебе, что постараюсь сделать невозможное. Я объелась. Ты всегда так обедаешь? Нет, разумеется. Но, в общем, довольно часто. Угощаю нужных людей за счет фирмы. В таком случае тебе можно позавидовать. А меня ты тоже за счет фирмы угощал? Ты что? Андрей! Пусти. Жанна! О, черт возьми! Жанна! Так я не ошиблась. Ты не случайно в ресторане наступил мне на ногу. А мне не хотелось верить. Значит, в сфере торговли именно так ухаживают. Жанна, я ведь вижу, тебя мучает твое одиночество. Да? А по-моему, он тебя мучает. Жанна, я умоляю тебя. Пусти, Жанна. Андрей, пусти. Пусти, да подожди ты. Идем, Андрей. Идем. Вот постель. Здесь я обнимала твоего брата. Утром, в день его смерти. Но это не важно. Да? Располагайся. Ну, зачем так, Жанна? Ты меня не поняла. Нет, теперь я поняла. Ты хотел со мной переспать. Да? Извини, я неудачно выбрал время. Я должен был подождать. Нет, мой дорогой. Тебе ждать нечего. Нет. Если я когда-нибудь пойду на это... то только не с тобой, поверь.
Ну, вот и все. Спасибо, что проводили. Я провожу наверх. Нет. Вас дома ждет муж? Так в чем дело? Вас не ждут, меня не ждут. Вы одна, я один. Вдвоем ведь лучше, верно? Только потише. Как его зовут? Мсье? Мсье? Сейчас не время спать. Вам нельзя тут оставаться. Мсье, просыпайтесь. Да проснитесь, мсье. Пойдем. Что, в чем дело? Пора уходить. Чего вдруг, пожар, что ли? Или обидел, что я заснул? Так это я случайно, ей-богу. Я могу развлекаться всю ночь. Доказать. Верю вам на слово, все уходите. Ну, куда? Да куда хотите, хоть в ад, все. Одевайтесь, уходите. Немного ли ты воображаешь? Посмотри в зеркало. Вот дернулась с ней связаться. Но вы... Всем приятных сновидений, прощайте. Но вы не объяснили даже... Послушайте. Мадам! Ненормально! Дура! Это мне урок. Будем надеяться. Опять макароны. Опускаешься. А, не хватает фантазии. А ты бы предпочел омар, термидор. А что такое термидор? Я не люблю омаров. Это меня радует. И все-таки каждый день макароны. А вот маленьким итальянцам ничего кроме них не готовят. Вообще ничего. Здорово устроились. Я бы их ел с утра до вечера. Мне вот только бы один разок попробовать эти термидоры. Так ты начнешь завтра работать? О, да, да. А с домом что будет? Магазины я могу на себя взять. Но уж следить за порядком и готовить, скорее всего, вам придется самим. Так что отныне, дорогой Филипп, ты получишь возможность разнообразить меню. Я в грязь лицом не ударю. В том случае, если не будешь забывать про уборку. Да, чуть не забыл. Мне нужно 20 франков. Зачем? Я отдавал в починку велосипед, а денег не хватило. Велосипед, правда, мастер вернул, но я ему должен. Надо было спросить меня. Спросить о чем? Отдавать ли в починку велосипед. Но он был сломан. Мы не можем влезать в долги. Не можем. Заруби себе это на носу. Ну, мам, это же всего 20 франков, чепуха. А для меня, мой милый, не чепуха, а не малые деньги. Потому что я их должна заработать. Ты понял? Ну, а как же мне быть? Это твоя проблема. 10 франков я могу дать. Спасибо, молодой человек, но мне не хочется разорять вас.
Где же он? Хозяин! Я здесь! Как им удается выпускать такое жуткое барахло? Непонятно. Добрый день. Добрый день. Надеюсь, у вас не пылесос? Они мне уже осточертели. Я мать Филиппа, прошу. Вы всем деньги раздаете? Тем, кому Филипп должен. А кто это Филипп? Мой сын. Он должен вам 20 франков. Вспомнили? Увы, нет, но придется вам поверить. Вместо 20 хотите подсунуть мне 100? Вы сумасшедший? У меня и вправду не все дома. Но я тут не виноват. Таким уж родился на свет. А у вас нет помельче? Нет. Тем лучше. Как говорила моя мама, во всем надо видеть светлую сторону. Идемте, мадам, мать Филиппа. А куда? В бар, разменяем там деньги. А. Вы, очевидно, недовольны, насильно притащил сюда. Но ведь у вас не было сдачи. Возможно, и было, я просто не искал. Вообще-то мне хотелось немного отдохнуть. Но без предлога неловко, это могло повредить моей репутации. А, понятно. Вы в этом уверены? Да я просто хотел поговорить с вами. Вот как, о чем? Видите ли, я вас немного знаю. Вернее, из своего окна я вижу, как вы утром идете за покупками. Знаю, что вы недавно потеряли мужа. Прошу вас, месье. Нет, нет, я сам заплачу. Как нет, я должна разменять. Вы все-таки сердитесь, я вас понимаю. Но мы живем в одном квартале, часто видимся и до сих пор не познакомились. Признаться, я давно об этом мечтал. Но, к несчастью, я очень робкий. И... Для робкого у вас выходит не так плохо. Нет, от волнения. Возможно. А? Меня зовут Пьер. Жанна. Еще кофе? Нет. Я боюсь за вашу репутацию. Ну, а в другой раз? Увидим. Можно надеяться? Надо во всем видеть светлую сторону. Вдруг снова сломается велосипед или пылесос, кто знает. До свидания. Внимание! На втором этаже в отделе дамской обуви начинается распродажа уцененных товаров. Приглашаем всех желающих. Родителей, потерявших мальчика, просят зайти в кабинет главного администратора. Ничего не изменит. Ух, подожди. Внимание! Приготовились? Давай! Подожди, руку оторвешь. А это моя борьба. Красиво сделала. Так, ну тогда подожди. Не считается. Я смеялся, а ты поверишь. Ой, что там?
больной до лопатки. Мало? Пожалуйста, могу еще раз. Подожди, сейчас. Вот так вот. Не дам. Не царапаться. Дам на тебя. Ладно, все. Надоело. Не смог увидеть, так сразу надоело. Давай, давай. Сейчас я котлету из тебя сделаю. Ты? Ну, вот я сейчас... Молодой человек. Ух, хватит. Мама, мы с Жако решили подарить тебе это воскресенье, оно твое. Я отвезу Жако к бабушке, сам буду у друзей, вернемся вечером, 1000 поцелуев. Филипп и Жако, обрати внимание на чистоту в кухне. Ну как, месье Леон, припрятали для меня хороший кусочек? Да вот, все на виду. Ну что ж, ладно, давайте отсюда. Сейчас. Такой подойдет? Прекрасно. Он правда неплохой. Еще спасибо скажете. Но мне хватит и половины. Жаль резать, но как угодно. Я могу взять вторую половину. Здравствуйте. Жанна, а с вас кофе? Нет, наоборот, с меня кофе. Скажем, с обоих. А мы сделаем лучше. Вы с ума сошли? Зачем вы режете? Сам виноват. Раньше надо было думать. Когда муж чуть ли не вдвое старше, его, как правило, бросают. Нет таких правил. Возможно, дело совсем не в возрасте. А в чем? Ну, причины могут быть разные. Я бы не сказал, что это звучит ободряюще. Почему? Приятнее считать, что жена не разлюбила, а просто устала от моего возрастного превосходства. А вы ее любите? Теперь, когда шок прошел, я и сам уже не знаю. Зато я твердо знаю, что мне абсолютно, ну абсолютно не понравился ее внезапный уход. Я был к нему не готов. Она оставила письмо? Буквально два слова. Я больше не могу. Прощай. И точка. Думай, что хочешь. Я был потрясен. Только привык к мысли, что у меня семья, свой очаг. Я даже начал подумывать о детях. Так, немедленно за стол, а то все остынет. Может, бывает и вкуснее, но уж как умею. Да, чудесный. Так. Вперед? Вперед. Соль. Перец. Да, конечно, больно. Неожиданная потеря. Ужасно. Словно в одно мгновение у вас отняли будущее. Завтра уже нет. Живете только настоящим. Раньше, например, мы с Жераром говорили, что если на будущий год нам всей семьей куда-нибудь поехать? Или что если нам в субботу пригласить гостей? Мы мечтали, строили планы, вдвоем легче.
Теперь все изменилось. Я вроде живу, работаю. Но это лишь видимость. Меня нет. Есть заводная кукла, которая делает то, что от нее требуют. Я много болтаю. Наверное, вам скучно. Мы ведь решили с тобой перейти на «ты». Мне не скучно, напротив. А вот слушать нытье брошенного мужа, по-моему, и правда, испытание не из легких. Тогда мы квиты, а? Не подыскивай слова, не мучайся. Я все поняла. Нет. Почему? Как тебе сказать? Просто... глупо, очевидно, но я чувствую себя как девочка. И мне это нравится. И Богу нравится. Я сам смущен. Ну, так, может быть, нам тогда пойти в кино? Я уже 100 лет там не был. Пойдем. А что смотреть? Погоди, у меня где-то газеты. Жако сказал, что я в отделе подарков. Да, и добавил, что это самый главный отдел, да. Он очень тобой гордится. Извини, я и говорю, и жую, но у нас такие строгости. У меня мало времени. Давай, рассказывай, как ты живешь. Скоро Рождество. Я понимаю, что сувениры тебе поднадоели, но я хочу тебя поздравить. Девочка моя, спасибо тебе. Нет, получать подарки я люблю. Приходи к нам вечером. Я тоже тебе кое-что приготовила. А я сегодня не могу, мама. А? Я работаю. Ты работаешь? Да. Где? Ты помнишь Сьюзи? Да. Только не удивляйся. Сейчас ставят ее пьесу. Театр, правда, маленький, но все-таки. Вот там я познакомилась с парнем. О, кто этот парень? Ну, очень важная персона. Нет, шучу, он осветитель. То есть освещает сцену. Есть еще 5 минут. Ты думаешь, что это просто? Вот и ошибаешься. В общем, он научил меня работать, и теперь я тоже осветитель. Нравится? Да. А на что ты живешь? Говорю же, что я работаю. Так тебе платят? Да. Я думала, это просто хобби. И тебе что, хватает? Вполне, тем более, что мне ничего особенного не надо. Ем я мало, одеваюсь скромно. А в какие-то там парикмахерские, как ты заметила, у нас не принято ходить. Натянешь утром на себя джинсы, схватишь кусок булки, запьешь его стаканом молока. И ты готов? Мне хватает. Понятно. И что? Такой образ жизни тебя устраивает, а? Угу. Устраивает. Ты? Довольна. Это самое главное. В конце концов, ты уже взрослый человек. Самостоятельный, можешь теперь по-своему жить. Мы с тобой друзья. А? Если что, придешь? Угу. Почему ты так смотришь? Просто ты стала... старухой? Что-то нет, вовсе нет. Просто какой-то другой. У тебя все хорошо? Да вроде ничего. А я теперь работаю, а это что-то новое. Я больше нервничаю, стою. Но, правда, работа временная, до праздников. Придется опять начинать все с нуля. Ну ничего, в принципе, я живу очень-очень неплохо. Я сама это читала. Не нужно, нет, спасибо.
С Новым годом, дорогая Жанна. С Новым годом, Анри. Ты великолепно выглядишь. Благодарю. Жанна, извини меня за тот случай. Не знаю, что на меня нашло. Я прощен? Ну, конечно. Может быть, тебе стоит заняться гостями, а то Моник будет недоволен. Непременно. Шампанского почти не осталось. Принеси, пожалуйста. Сейчас. Извини. И не забудь лед. А? Я рада, Жанна, что ты пришла. Не сидеть же сегодня наедине с грустными мыслями. Ты неплохо выглядишь. Похудела, но это не страшно. Ах, да, простите, я вас не познакомила. Это мой старый друг Ролан Бартоли. А это та самая Жанна, о которой я вам так много рассказывала. Очень приятно, мадам. Примите мои искренние соболезнования. Бедный Ролан. 2 года тому назад потерял жену. Это была чудесная, очаровательная женщина. Сочувствую вам, Си. Вероятно, вам захочется поделиться воспоминаниями. Не буду вам мешать. Я, пожалуй, не откажу. Спасибо, пожалуйста, осторожнее, очень холодно. Жанна. Любопытно. Да? Жанна, дорогая, как я рада. Простите. Ах, Жанна, неужели это ты? Благодарю. Я тебя уже 1000 лет не видела. Выглядишь ты, как всегда, чудесно. Опять ты тоже. Прошу прощения. Моя сестра Мария. Мсье? Бартоли. Мсье Бартоли. 2 года назад он потерял жену. Сочувствую, мсье. Моя сестра тоже мужа потеряла. И представьте, совершенно... Мари, мсье Бартоли уже в курсе. Ах, извини. Ну, как ты поживаешь? Как твои дела? Мы ужасно давно не виделись, дорогая. Ты должна мне все рассказать. Напрасно мы пришли. Жуткая скукотища. И главное, все они совершенно всерьез считают себя высшим обществом. Разве это не забавно? Ты смотри, как они все важничают. Что-то ты стала много смеяться. Правда, ты мне ни о чем не рассказываешь, но я догадлива, детка. Вы мне позволите украсть вашу дочь, Элизабет? Вам, безусловно, прошу. Пожалуйста, пожалуйста. Я приготовил тебе рождественский подарок. Совершил невозможное. Нашел ту работу, о которой ты просила меня. Могу я рассчитывать на поцелуй благодарности? Это опять магазин? Зато дамского платья. Правда, совсем крошечный. Но чтобы тебя устроить туда, я действительно горы свернул. Только вот я не очень точно знаю. По-моему, там нужна продавщица или даже портниха. И все-таки? Не помню, но все равно это удача. Я собой очень доволен. Кажется, ты сказала, что я заработал поцелуй? Нет, это ты сказал. Разве? Дорогие гости, прошу к столу. Здравствуйте, мадам. Что вам угодно? Мсье Готлиб назначил мне встречу. Жанна Лемер. Как ваше имя? Жанна Лемер. А, сейчас узнаю. Макс, тревожу? Но ты же сам договорился о встрече с мадам... Жанна Лемер. Жанной Лемер. А, подождать. Поняла, хорошо, хорошо. Минутку. Мадам Лемер, пройдите ко мне. Прошу. Модели к нам поступают из модных ателье, а наши клиентки, ну, в общем, они не манекенщицы, увы. Одной надо отпустить, другой подшить. Сумеете?
Конечно, сумею. Но я поняла вас, что нужна продавщица. В моем заведении толкучки, как на вокзале, не бывает. Обычно здесь мало клиенток, так что... Так что мне надо будет все делать. Мадам Ле Мэр, это не совсем точно. Скорее всего, понемножку. Но совмещать разные работы. Разве можно одновременно? А кто вам сказал, что одновременно? Вовсе нет. К чему себя так изнурять? Вы можете брать часть работы домой, если хотите, пожалуйста. У вас есть швейная машинка? Нет? Я вам дам. Значит, я буду практически работать с утра до вечера. Зачем? Этого еще не хватало. Боже, сохрани. Даже в том случае, если по недоразумению к нам набьется толпа народа, нет, такого еще не было, но надо все предвидеть. Моя кузина поможет вам. Вы ее видели? Хотя, говоря откровенно, лучше, если... В общем, всегда спокойнее, когда в кассе кто-то сидит. Вы согласны? Да, разумеется. Так как? Что как? Не возражаете? Вот только мы еще не говорили насчет... Не говорили о жаловании? Да. Мадам, можно просто Жанна? Да, конечно, можно. Так вот, Жанна. А меня зовите Макс. В том случае, если будете работать у меня. Я бы с радостью звала вас, Макс. Но вы мне не сказали... Почему это людям никогда не удается забыть о деньгах? Особенно тем, у кого их нет. Это верно. Деньги не у всех есть. Как печально. Но я вас слушаю. Не поняла. Я пока не знаю ваших условий. Моих? А чьих же? Не забудьте, что работать именно вам придется. Я буду только платить. Ну, сколько? Назовите сумму. Смелее, Жанна, ну, смелее. Но вам виднее, у вас же до меня работал человек. Очевидно, я просто заменяю кого-то. Мою жену, которая ведала тут всем, ей не было цены. Но она умерла. Сочувствую. Мы все там будем. Так вы можете назвать сумму, хотя бы приблизительно? Приблизительно, да, могу. Ну? Мне нужно ежемесячно, как минимум, 3500 франков. 3500? О, да. Разве много? Ах, видите ли, Жанна, если вы плохой работник, то многовато было бы и 100 франков. Но если вы тот человек, который мне нужен, а это вскоре выяснится, то мне с вами никогда не расплатиться, да? Спасибо, месье Готлиб. Макс. Спасибо, Макс. Когда мне начать? Немедленно. Что за вопрос? Вы мне так дорого обходитесь, что нельзя терять ни секунды. Идите за мной. Нина! Ты испытывал такое? Боюсь, я вас не совсем понял. Ну, я имею в виду то состояние, когда вдруг ты понимаешь, что ты непобедим. Что твой удар будет неотразим. Великолепен. Ни один вратарь такой мяч не возьмет. Испытывал? Да. Только очень редко. Или, например, на велогонке. Когда ты еще на старте, точно знаешь, что придешь первым. Да, это бывало. Такое чувство, будто у тебя крылья выросли. Тебе нравится, Пьер? Почему ты спросил? Так, для сведения. А тебе он нравится? Почему ты спросил? Просто мне любопытно. Для сведения, да? Да, для сведения. Он, по-моему, симпатичный. И, по-моему, симпатичный. Только вот он мне подарил книгу, а такая у меня есть. Откуда же он мог знать? Вы давно познакомились? Нет, недавно. Вы поженитесь? С чего это взял, Жако? Кто тебе сказал? Никто не говорил. Я спрашиваю для сведения. Не волнуйся, дорогой. Или ты этого хочешь? Чего? Чтобы мы поженились. Нет. Я и Пьер очень дружим. Любим друг друга. Так что ж ты говоришь, что вы не поженитесь, если у вас любовь? Ты своего друга Жоржа любишь? Ясно, люблю. Но вы же с ним не собираетесь пожениться. Ты меня что, за дурака считаешь? Жорж все-таки не девочка. Мальчик или девочка, неважно. Друг есть друг. Между разными полами дружбы быть не может. Кто это сказал? Ну и в конце фильма всегда парень на девушке женится. А ты у меня мудрец. А? Ей-богу.
Эй, отстающие, вы чего там хохочете? Да так, вспомнили один фильм. Да, комедию. Ваш омлет со строгоном, месье. А как насчет сыра фри? Пока не нужно, Шарль. Видели моих новых постояльцев? Даму с дочерью? С сыном. Ну, впрочем, молодежь теперь так одевается, что... Вот именно, а дама хороша. Красавица. Ей лет 40 с хвостиком, но, на мой вкус, самый лучший возраст для женщин. Согласен. Это ее ренессанс, расцвет. Многие, правда, предпочитают 18-летних девчат. Боже упаси, у них же нет изюма. Хозяин, товар. Иду. Простите, месье, дела. Так принеси сыр. Не к спеху, Шарль, когда освободитесь. Я просмотрю пока газеты. Кстати, у вас нет листка бумаги? Не мешало бы написать письмо жене? Ну, наверное, найдется. Похоже, спокойной ночи. Может быть, досмотришь? Прими их сама на один и обслужи. Нет, я очень устал. Потом расскажешь. Хочу, привет, Филипп. Чао. Иду. Зачем ты вбухал так много соли, Мишель? Хочешь цирроз заработать? О, смотри, как здесь мило. Маленький райский уголок. Прелестно. Сядем за этот столик, вот тут, под деревом. Нет. На дереве могут быть муравьи. Насчет муравьев не знаю. Зато на нем полным-полно вишен. Интересно, их можно есть? Конечно, на десерт. Эй, месье, потише, вы мне всю рыбу распугаете. Идите туда вниз, вон к тому пню. Какому пню? Да вон, я же пальцем показываю. Идите, месье. Там местечко даже лучше этого. Я на днях поймал там щуку. Щуку? Да, а поймать ее не так-то легко. Она запросто перекусывает любую леску. Ну что вы хотите, хищница? Недаром ее называют пресноводной акулой. А палец она может откусить? Да что угодно. У нее же полная пасть зубов. Кажется, у вас клюет. А черт заболтался. Ой, подсекайте. Все, ушла. Проходите, месье, не мешайте. Из-за вас я такого самого упустил. 3 килограмма, не меньше. Ну, 2. Не огорчайтесь, месье. День только начинается. Да, но не очень удачно. Смотрите, следы. Это выдра. Голову дай на отсечение. Ты плачешь? Тебе грустно? Нет, наоборот. Мне очень хорошо. Мне правда хорошо. Кажется, я люблю тебя. Ну, что с тобой, скажи? Ничего, Пьер, ничего особенного. Просто на душе тревожно. А почему? Слишком мне сейчас везет. Так прекрасно. Я суеверна. Мне уже казалось, что работы не найти. И вдруг я устраиваюсь, притом удачно. Казалось, что любви в моей жизни никогда уже не будет. Что мне пора поставить на ней крест. Встречаю тебя. Вот мы вместе. Ты говоришь, что любишь. Мне бы радоваться надо. Не могу, я боюсь. Напрасно, у тебя для этого нет причин. И все-таки интуиция мне говорит: Жан, берегись. Пробуждение может быть тяжелым. Верно, причин нет. Все чудесно. Но я боюсь снова страдать. И все потому, что я сказал «люблю». Нет, ты мне сказал «не люблю», а «кажется, люблю». Но если дело лишь в этом... Я тебе сейчас объясню. Нет.
Нет, только не объясняй. Ни к чему. Забудь об этом. Иди ко мне. Ты не опоздаешь, Жако? Жако! Горячо. Сейчас. Ты мне можешь дать папину фотографию? А зачем? Когда я просыпаюсь, мне нужно видеть его, чтобы знать, что это он. Постой, я тебя не поняла. Что значит он? Человек, который ждет меня в школу. Человек? О ком ты? Опять ты не поняла. Это не по-настоящему, а во сне. Я его почти каждый день вижу. И, по-моему, это папа, но я не уверен. Он не улыбается, покупает конфеты, мороженое. И хоть я понимаю, что мой папа умер, во сне и то помню, что его нет. Все-таки дашь мне фотографию? Доброе утро. Доброе утро. Можно кофе? Можно. Сейчас налью. О какой фотографии шла речь? Не твое дело. У вас не очень-то изысканные манеры. Так отвечать невежливо. А лезть чужие дела вежливо, что ли? Завтра? К субботе, мадам, все будет сделано. Да, пожалуйста. Чудесно, после... благодарю. До свидания. Всего доброго. К субботе я обещала закончить платье. Но в субботу мы закрываем в час, мадам. Да. Сколько я вам должна? 1800 франков. Можно расплатиться чеком? Да, как вам удобно, мадам. До свидания. До свидания. В субботу ждем вас. О, потоп. Ой-ой-ой, а вы так легко одеты. Это же не лето. Почему-то я решила, что будет хорошая погода. Ну, вы очень легкомысленны. Ну, до завтра я побежала. До завтра. Знаешь, который час? Ничего не хочу знать. Давай целоваться. Ты чего так заработалась сегодня? Счастливый часов не наблюдаю. Давай целоваться. А потом? Целоваться. А потом? Целоваться. А, все ясно. Думаете, я люблю простоквашу? Моя язва. Хватит шутить, Макс. Mm-hmm. Я вам о деле, а вы о простокваше. Нет, я о себе. Вот объясните, почему у людей бывает язва желудка? На нервной почве, вероятно. Вот, в самую точку. Правильно. Когда я был мальчишкой, помню, что я как-то спросил своего отца. Папа, почему ты все время пьешь питьевую соду? Потому что у меня язва, сынок. А почему язва? От старости. От забот, говорит. А почему заботы? Скоро узнаешь сам. И тут он как в воду глядел. Чего только я в своей жизни не испытал. Она меня не часто баловала. А в оккупации особенно? Я смотрю, вы догадливы. А мой отец был депортирован. Вот как? Куда? Маутхаузен. А вы? Нет. Он вернулся? Да. И ровно через год умер от гриппа. А, вы видите? Вот судьба. Избежал страшной смерти в Маутхаузене, чтобы в результате его погубил какой-то маленький невидимый глазом микроб. За что ваш отец был депортирован? Он участвовал в сопротивлении, как очень многие. Вы тоже, наверное.
А вам известно, что в те дни опасно было быть просто евреем? Известно. Не верю, чтобы отсиживались в подвале. В этом не было бы ничего позорного, Жанна. В то время многим людям приходилось поступать так, как им совсем не свойственно, чтобы выжить. Но вы правы, подвал не для меня. Я боюсь замкнутого пространства, и поэтому играл с ними в кошки-мышки. Вы видите фотографии? У нас была очень большая семья. Никого не осталось. Только Нина. И вы. И я. Чудом, это целая история. Впрочем, довольно. Все люди моего возраста обожают поболтать о себе. Поговорим о ваших проблемах. О моих? Только не делайте вид, что их нет. Кстати, вы, кажется, собрались выйти замуж. Почему вы решили? О, Жанна, дорогая, вы думаете, что я его не видел? Кого? Того месье. У нашей витрины. Он очень мил, очень. Признаться, я себе давно говорю. Ох, Макс, не зря этот человек каждый день дежурит у магазина. Но что ты будешь делать, когда он уведет ее от тебя? Ты ведь без нее как без рук. О, спасибо, Макс. Не оказалось. Теперь, когда вас похвалили, вы можете спокойно идти обедать. А уже поздно. Боже мой, из-за меня вы остались голодны. Может быть, возьмете баночку простокваши? Или две, ну сколько угодно. У меня их полный холодильник. Опять. Я тебе сказал, что она влюбилась. Сразу видно. И видно, и слышно. Она вчера под утро вернулась. Ты тоже проснулся? Я думал, грозу такой вдруг грохот раздался. Наверное, стул перевернула. Надо будет купить ей фонарь. И главное, говорили, что они всего лишь друзья. Уже 8, вам надо лететь. Это только влюбленные летают на крыльях. А мы передвигаемся ногами и автобусом. А я вообще-то не отказался бы от крыльев. Давай Жаку сами уберем со стола, а то опять что-нибудь уронит. Мама, до свидания. Она у нас как во сне. В деревне очень хорошо. Можем взять ребят. Пусть подышат воздухом. Будем там любоваться природой, лошадьми, коровами. Ты любишь коров? Просто обожаю их. Чье-то предложение соблазнительное. Так что, поедем? А как же магазин? Пусть они там немного без тебя поработают. В принципе, я могу поговорить с Максом. Вначале он придет в ужас. Но потом отпустит. А свою мастерскую закроешь. Это ничего? Ничего. Понимаешь, у меня есть одна мысль. Что, если ее продать и всем махнуть в деревню? Ты не против? Совсем уехать? Это моя мечта. Не могу я больше здесь жить. В Париже я задыхаюсь. Тебя так тянет к коровам? И мальчишкам там будет хорошо. Не знаю. Подумаем. А мне что там делать? С твоими талантами это не проблема. Наверняка найдешь какое-нибудь занятие. Кто это? Ты ответишь. Алло. Ты не спишь, Пьер? Не сплю пока. Ну, говори, я слушаю. У меня все плохо, Пьер. Еще хуже, чем было, я в отчаянии. Не знаю, да. Что делать, не знаю. Господи, какая я была дура. Сегодня опять пыталась поговорить с ним. Бесполезно. Помнишь, я рассказывала, что он мне тогда ответил? Сегодня он вообще не пожелал Жанна, ты что, уходишь? Да, пойду домой, раз уж встала. Это из-за телефона? А, нет, что ты? Звонила жена. У нее всякие неприятности, и пришлось
Ты вообще имеешь право с ней говорить? Она первый раз звонит мне так поздно. Вы поддерживаете отношения? Да нет, я сам удивлен. То есть не удивлен, конечно. Ей больше некому звонить. Она там страдает. А я это пережил, так что понимаю ее. А не лучше ли тогда с ней встретиться? Этого не хватало. У меня абсолютно нет желания видеть ее. Для меня уже все кончено. Может, останешься? Нет, пойду. Спокойной ночи. До завтра. До завтра. Да вы что же, Анна? Какой отпуск? Правда, вы устали. Отдохнуть бы не мешало. И отпустил на целую неделю. Филипп Жако в восторге. Ты мной доволен, а? Доволен? А, безусловно. Будет видно. Что будет видно? О чем ты? Да просто я... Нет, все великолепно. Что с тобой, Пьер? Со мной, да. С тобой, да. Я за обедом обратил внимание. Ты молчал, ничего не ел. Что случилось? Ты не заболел? Не волнуйся. У меня неувязка с одним заказом. Пустяки. Только это? Ну что еще? Я пойду, мне пора. Да. Тогда вечером. Боюсь, сегодня вечером ничего не получится. Не обиделась? Нет. На днях позвоню. Да, конечно, дорогой, когда сможешь. Чао. Перекусить. Какой же там искусственно голодный желудок. Мама, нам хотелось бы пойти в кино. Когда у нас будет обед? Курица уже в духовке. Может, приготовишь пока салат? Помой только руки. Любезно, мне Пьера Маршана. Он вышел, говорит его жена. Что? Плохо слышно, говорит жена. Мадам Маршан? Мсье Маршана нет, он скоро вернется. А? Вы сможете перезвонить? Наверное. Может, что-то передать, я запишу. О, не беспокойтесь. Позвоните часов в 6, он наверняка уже будет дома. Какой салат сделать, а? Ты была такой счастливой, говоря о нашей поездке, что я не решился. Как глупо, в жизни себе этого не прощу. Я хотел с тобой еще раз встретиться, но не успел. Ты уже позвонила и все поняла. Вот. А в тот раз я просто струсил. Вернее, побоялся сделать тебе больно. И потом, мне нужно было время, чтобы разобраться. И как теперь ты разобрался? Да не очень. Что же будет дальше? Если б я знал. Может быть, решишь все-таки? Для меня это важно. Я понимаю. И что? Господи, не мучь меня. Ты же видишь, как все сложно. Ах, это я тебя мучаю. Ну, я не так сказал. Ты любишь ее? Я не знаю. Ничего теперь не знаю. Недавно ты был уверен в своих чувствах. Я тебя и сейчас люблю. Нет, Пьер, не нужно. Когда она ушла, мне казалось, что жизнь кончена. Но время делало свое дело. Я привык, что ее нет. Постепенно успокоился. А потом появилась ты. Дети.
Только не впутывай сюда детей. Не перебивай. Мне и так-то нелегко говорить. Когда она сказала, что ей плохо, что она в отчаянии, я не мог отмахнуться. Это естественно. Не знаю, люблю ли я ее, но она сейчас нуждается во мне. Ты все говоришь, она? У нее нет имени. Почему нет, Элен? Элен. Так, мне пора. Уже поздно. Кто тебя позвал? Ребята позвонили. Просили приехать. А они понимают больше, чем ты думаешь. Даже малыш. Замечательные мальчишки. Добрые. Детьми мне повезло. Они дома? У себя в комнате. Тебе так тяжело? Да. Я этого не понимаю. Понять невозможно. Ведь не здесь болит. У меня пока, правда, большого опыта нет. Но я знаю, что я не буду страдать из-за мужчин. Знаю точно. А ты любила? И все-таки в подобных случаях, наверное, мне будет где-то обидно, может, больно. Но я не впаду в отчаяние. В конце концов, у меня же останутся друзья, работа. И этого достаточно? Просто я никогда не попадусь в ловушку. Я где-то прочла, не помню, что девушка должна закрывать уши, когда парень говорит ей о любви. Мам, не надо. Уже вся скатерть мокрая, Жанна. Нас могут за это оставить без десерта. Не могу никак с собой справиться. Они сами текут. Все, делаю перерыв. Какой идиот. Какой он идиот. Прекрасно, Жанна, продолжайте. То есть как? Чем больше вы сердитесь, тем быстрее у вас все пройдет. Но я на него не сержусь.
Это так просто. А я было порадовался за вас. Нет, если я сейчас на кого-то из зла, то только на себя. Быть такой глупой, мои-то годы. А почему, собственно, вы решили, что совершать глупости привилегии молодых? Я вот слушаю и завидую. Кажется, ничего бы не пожалел, чтобы оказаться на вашем месте. Опять шутите? И не думаю. Но почему всегда так кончается? А именно? Мучительно, болезненно, сложно. Ну, а почему начинается легко, радостно, бездумно? Вот и я спрашиваю. Мой покойный отец ответил бы вам, в этом мире вопросов намного больше, чем ответов. Мне впору повеситься, Макс. Не торопитесь, успеете. Вам было хорошо, верно? Вы были счастливы, так считайте это подарком судьбы. Почему вы не цените то, что было, а боль, она со временем пройдет? Кстати, вот что по-настоящему печально, что все-все в конце концов проходит. И хорошее, и плохое. С этим трудно не согласиться, Макс. Но лучше поговорим о другом. Я только этого и жду. Давайте обсудим, что будет с вашим отпуском. Поезжайте в деревню. Отдыхайте там неделю, месяц, сколько хотите. Возвращайтесь ясными глазами, без платочка. Согласны? Вовсе нет. Зачем мне ехать, Макс? Что, меня дел мало? Наоборот, выше головы. Вы у нас такой психолог, такой мудрец. И вдруг испугали женских слез. Что я буду делать в этой деревне? Как корову пережевывать обиду? Мне нужно работать. Я заработаю для вас кучу денег. И вы купите себе цистерну простокваши. А что значит смена владельца? Это значит, что Пьер уехал. Видишь, Жако? Наверное, только в кино парень на девушке в конце концов женится.